8 дней в Ульяновской области будет проходить фестиваль «Дни Японии в Ульяновске». Обширная программа включает деловую и культурную части. Буквально месяц назад мы посещали префектуру Фукуока и изучали возможности нашего совместного сотрудничества. Сейчас ожидаемый ответный визит, возглавляемый вице-губернатором префектуры Фукуока господином Игути, мы продолжаем обсуждать те темы, которые на сегодняшний день являются близкими для нас по интересу. Одно из первых крупнейших событий фестиваля «Дни Японии в Ульяновске» станет открытие Центра японской культуры на базе областного дворца книги. Он будет представлять собой тематическую площадку для проведения культурных встреч и мероприятий, читальный зал со специализированным фондом, а также свободную зону Wi-Fi. На встрече с журналистами председатель Ульяновского отделения общества «Россия и Япония» Игорь Мандрашов представил эмблему нового центра. Это в этом логотипе символ. Символ фрегат «Паллада». Все вы знаете, да, что наш земляк Иван Александрович Гончаров был в миссии, дипломатической миссии Путятина в Японию в далекие времена, когда налаживались отношения между нашими странами. И вот эта эмблема, я думаю, что она символизирует и связь нашего региона, России и нашего региона с Японией. Подробно о культурной программе рассказала руководитель фонда «Ульяновская культурная столица» Татьяна Александровна Ившина. Я бы порекомендовала в качестве вот такого первого, может быть, для кого-то знакомства с Японией, встретиться с непосредственными носителями культуры Японии. В первую очередь, это, конечно, выдающаяся госпожа Мидори, Имада Мидори, специалист по традиционной японской технике икебана, которая здесь, в Ульяновске, даст два мастер-класса. И, собственно говоря, этими мастер-классами и открывается японский центр во Дворце книги. В первый день фестиваля также состоится закладка японского сада на набережной Свияги. В следующие дни ульяновцев ждет знакомство с японскими единоборствами, показы японского кино, выступления японских музыкантов, встречи с переводчиками и открытие художественных и фотовыставок. Ирина Антонова, Константин Никитин, новости Ульяновской правды.